27 марта Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета посетила делегация компании «Газпромнефть». Ранее в другом составе они уже посещали кластер института и пришли к плодотворному сотрудничеству. Возникло такое желание пригласить больше, так сказать, коллег и познакомить вас с нашими возможностями. «Газпромнефть» ведет интенсивное сотрудничество с центром «Газпромнефть», нашим руководителем, с вашим руководителем, рассматривается очень много совместных проектов. Было предложено сотрудничество по повышению персонала и решению производственных задач, а также возможная разработка совместных проектов. В ходе визита гости ознакомились с кадровым и техническим обеспечением 3D-геоцентра и лабораторий. Участие во встрече также приняли представители Института физики, Химического института имени Бутлерова, Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.